Итак, срочные новости. Назван новый пресс-секретарь Медведева. Наталья Тимакова подтвердила намерение покинуть пост пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева. Вместо нее эту должность займет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом сообщает Интерфакс. На сегодняшней встрече с журналистами Тимакова рассказала, что намерена перейти на работу во Внешэкономбанк, а переговоры об этом уже вошли в завершающую стадию. При этом Тимакова не уточнила, кем именно планирует работать в ВЭБе, посоветовав дождаться официального объявления. Ранее Константин Чуйченко, глава аппарата правительства, сообщил, что Тимакова решила сменить работу, а ее преемником на посту пресс-секретаря Медведева станет заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, документы о назначении которого уже были внесены на подпись к премьер-министру. 39-летний Осипов работал в РИА Новости с 1999 года, сначала корреспондентом дипломатической редакции, затем в президентской группе. С 2007 возглавлял политическую редакцию, с 2011 объединенную редакцию, а с 2015 был первым заместителем главного редактора. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и давайте пока почитаем несколько комментариев наших с вами соотечественников, размещенных на официальном сайте rambler.ru после того, как узнали о том, что пресс-секретарь Медведев поменял пресс-секретаря. Итак, Анатолий Гафаров пишет: проще было поменять Медведева, да, наверное, и дешевле вышло бы. Краснодарский край пишет: и Медведева очень не мешало бы, ну, скорее всего, поменять, он имеет в виду. Сара спрашивает: а когда будет новый премьер? Пожалуйста, напишите и вы свое мнение. На этом все. Всего доброго и до новых встреч.